move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Вот такие веселые ростовые куклы из мультфильма «Мадагаскар» встречали всех гостей Уфа-арены на игре юлаевцев с Владивостокским «Адмиралом». Напомним, этот матч проходил под девизом «На хоккей всей семьей», поэтому маленьких детишек на арене хватало, и именно они больше всего радовались встрече с Алексом и Марти. Но был и еще один сюрприз, состоявшийся уже по ходу первого периода. Уфа-арена! Наконец-то это произошло! Вернулся тот, кого мы так давно ждали! Хоттабыч! Хоттабыч! Долгожданное возвращение на трибуны уже полюбившегося болельщикам старика Хоттабыча словно ждали не только зрители, но и игроки «Салавата». Под занавес стартового игрового отрезка Линус Умарк и Андрес Энквист вдвоем соорудили мини-шедевр, итогом которого стала элегантная обводка 11-го номера юлаевцев. До этого я как-то приходил без Хоттабыча, скажем, мой братишка, да, скажем такой. Сегодня я думаю, отдам все свои силы, все свои мысли, чтобы сегодня наконец-то пошла, закончилась полоса черная, да, пошла хорошая зеленая полоса, где много позитива, много побед, много ярких моментов. Начало второго периода прошло в атаках гостей, но магия Хоттабыча продолжала работать, и вскоре ощутимое преимущество появилось уже у хозяев. Уфимцы играли задорно, постоянно терроризировали оборону «Адмирала», результатом чего стали удаления в составе гостей. Два из них юлаевцы реализовали, причем Линус Умарк и Энвер Лисин бросили без шансов для вратаря. При этом наши ребята усилиями Евгения Бодрова забили еще и в равных составах, уходя на перерыв с комфортным счетом 4-0. Энвер хорошо попал, Уми тоже хорошо попал в большинстве, в принципе. Уми тоже, по-моему, в большинстве забил, я не помню. Энвер там девятку как дал, без шансов вратарю было. И забили свои голы, в принципе, моменты, и, считай, много играли в той зоне. Все хорошо получалось. То, что происходило в заключительном игровом отрезке, легко поддается сравнению с тем, что было в трех предыдущих домашних матчах. Уфимские хоккеисты вновь имели много моментов, но не забили, а соперник свои дежурные две шайбы забросил в большинстве. Тем не менее, победный счет хозяева сохранили и, наконец, прервали серию неудач. Я думаю, это концентрация, опять же. Опять же, надо над этим работать и продолжать. Как на тренировках. То есть к моменту относиться посерьезнее, так и в игре. Говоря об итогах матча, стоит признать, что победа уфимцев была вполне заслуженной. Теперь бы еще концентрации хватало на все 60 минут, и тогда все будет просто отлично. Ведь с каждой игрой все лучше выглядят Денис Бодров и Игорь Григоренко, которые предсезонку с командой не проходили по причине травм. Эти игроки, несомненно, еще прибавят, что вкупе с такой вдохновенной игрой иностранцев «Салавата» вселяет оптимизм в зеленые сердца уфимских болельщиков. Да, мы проиграли домашнюю серию, или неудачно сыграли в домашней серии, набрали только 4 очка. Но качество игры и отдача ребят, она не может не радовать. Мы за это время успели потянуть, я думаю, значительно функциональные качества Григоренко и Бодрова. То есть в целом, да, спортивная составляющая, наверное, не самая лучшая, ну, очевидно, не самая лучшая, но качество и позволяет нам надеяться, смотреть с оптимизмом в будущее. С оптимизмом смотрим в будущее и мы, обычные болельщики «Салавата». Впереди одна выездная игра, ну а потом вновь домашняя серия. Теперь уже из трех матчей. Будем надеяться, что в последующем юлаевцы будут пополнять очковый багаж куда чаще. Тем более с возвращением на трибуны магического уфимского Хоттабыча. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов и Рустем Муратов. Хоккейный клуб «Салават Юлаев».